Коляски Jane Nomad и Nomad Pro Coach с легким шасси, простой системой установки люльки и отделочными материалами, как в дорогом автомобиле. На шасси можно установить люльку или прогулочный блок. В комплект Jane Nomad входит только прогулочный блок, а у Nomad Pro Coach есть и блок, и люлька. Люльку для Jane Nomad можно докупить. Алюминиевое шасси весит всего 6,5 кг. Тип складывания – книжка. Шасси можно сложить, не снимая прогулочный блок. Передние колеса сдвоенные и поворотные. Маневренность коляски обеспечена. При необходимости колеса можно зафиксировать. Задние колеса большие для хорошей проходимости. Можно настроить жесткость подвески под особенность дороги. Педаль тормоза блокирует сразу два колеса. Ручка шасси с мягкой накладкой регулируется под рост. Ворс наружных материалов люльки и прогулочного блока покрыт фторуглеродной защитой, которая защищает от грязи и пятен и продлевает срок службы ткани. Кроме того, материал полностью водонепроницаемый. Прогулочный блок крепится на шасси кнопками, устанавливается только лицом к дороге. Есть складной капюшон с небольшим козырьком и смотровым окошком. А в холодное время года ножки малыша укройте теплым чехлом. На спинке прогулочного блока есть съемный мягкий матрасик, а сама спинка раскладывается почти до горизонтального положения. Ребенку будет удобно спать. Наклон регулируется ремнями, можно плавно опустить заснувшего малыша. Подножку тоже можно регулировать под положение ног. Пристегивается ребенок пятиточечными ремнями с мягкими накладками. Также есть съемный бампер. Люлька крепится на шасси очень просто, быстро и держится надежно. Ставится только лицом к маме. Для утепления использован синтетический гипоаллергенный эко-наполнитель. Абсолютно безопасен даже для грудничков. Он не впитывает влагу и обеспечивает хорошую вентиляцию. Внутренние материалы люльки обработаны специальным антимикробным составом, который предотвращает появление бактерий, грибков и неприятных запахов. Для дополнительной вентиляции дно люльки покрыто отверстиями. Их можно открывать и закрывать. У люльки широкий складной капюшон с фиксатором в разложенном виде. В комплекте есть дождевик. Для холодной погоды в комплекте есть теплая накидка. Хорошо защищает от ветра. Наклон спинки легко регулируется. Над капюшоном удобная ручка для переноски. Люльку можно использовать как автокресло группы 0. Для фиксации малыша есть мягкий ремешок.